Ни дня без спорта. Очень заряжены, абсолютно на работу на 100%. Боевой настрой. Мы, конечно, знаем, что это ритм, да, и мы ждем от него только классного, позитива. Что бы ни случилось, помните, что все делается к лучшему, все делается для вас. И мечтайте. Мир настолько прекрасен, настолько крутая эта жизнь. И хочется, чтобы каждый из ребят сам разжигал внутри себя вот это счастье. Ритм – место силы. Сегодня у нас новый виток. Мы начинаем, заканчиваем это десятилетие, начинаем следующее десятилетие ритма. Мы любим ритм, мы будем с ритмом. Ну и, конечно, я хочу всем пожелать здоровья, мира, счастья и добра и любви. С праздником!